Звезду Героя России Александр Кузнецов получил за участие во второй чеченской кампании. Даже подумать не мог, что в 19 лет станет обладателем столь высокой награды. Сегодня он рассказывает ребятам об армейских буднях, рассуждает о том, что такое героизм и что проявить его может любой человек. У меня такой вопрос. Какими качествами личности должен обладать человек, чтобы стать Героем России? Мне кажется, на сегодняшний день каждый здесь сидящий может стать Героем России. Но для этого надо просто понимать дружбу. Наверное, вот это надо чувство дружбы, чувство плеча, должен помнить, что есть семья, ну и школьные друзья, все остальное, как-то так. Беседы с Героем России – обязательная часть подведения итогов областного конкурса «Наши герои – герои России». В нем приняли участие лебедевские школьники. Свои работы ребята представили в виде докладов, рефератов и сочинений. Мы считаем, что это мероприятие вообще очень важно для подрастающего поколения, для воспитания молодых наших ребят, детей, это изучение истории. Я думаю, это прям огромное мероприятие и оставит большое впечатление у детишек. Свою работу Юлия Близнякова посвятила своему прадеду. Он участвовал в Великой Отечественной войне. О его подвигах девушка написала сочинение. Признается, потрудиться пришлось немало. Сегодня она среди призеров. Мы восстановили архивы, отправляли много запросов, что рассказали нам о медалях и... Ну вот, чтобы была память оставалась какая-то, и мы это сохранили и оставили в своей семье. Все участники получили грамоты и подарки из рук Героя России Александра Кузнецова. Благодарственные письма от Новосибирской ассоциации Героев России получили их педагоги-наставники.